Всем привет, внучата, с вами дедушка. Прямо сейчас мы вместе с вами будем тестировать работу нового обновления от Apple, iOS 13.3.1. Прямо сейчас я уже загружаю это обновление на свой телефон, чтобы протестировать работу этого обновления по полной программе на iPhone 6s. Ранее мы уже протестировали все то же самое на iPhone SE, поэтому теперь добрались до старичка iPhone 6s. Будем тестировать все по производительности, все по автономности. Вы знаете, в этом обновлении было исправлено много всего интересного. Например, исправили работу Wi-Fi. Теперь он не будет отваливаться, когда вы используете телефон. Также поправили работу микрофона. Он теперь не будет издавать каких-то посторонних шумов во время использования телефона, либо же FaceTime. Ну и как обычно, стабильное улучшение производительности и автономности. Но это мы сейчас вместе с вами все и проверим. Обновление у меня загрузилось, устанавливается, осталось немножечко подождать. Обновление установлено. Разблокируем телефон. Есть. Вот такая вот красивенькая картиночка у меня установлена. Сразу бежим в настроечки, чтобы убедиться, что это точно iOS 13.3.1. Ну, вы сами видите, это iOS 13.3.1. Все понятно. Проверяем, как у нас емкость аккумулятора сразу. Переходим в состояние аккумулятора 82%, оставшаяся емкость аккумулятора. Давайте просто быстренько пробежимся, посмотрим, как у нас работает вообще сама система после обновления. Панель управления открывается быстро. Все панельки открываются очень быстро. 3D Touch работает отлично. Фонарик. Отлично, все переключается. Таймер. Хорошо, позапускаем приложение. Работает. ВКонтакте. Что-то долго. Ну уже. Странно, что-то очень долго ВКонтакте подгружался. Посмотрим, как у нас будут дела с Инстаграмом. Тоже что-то долговато он открывает Инстаграм. Поэтому давайте-ка просто сделаем тест и посмотрим, какие результаты у нас в них будут. Для этого мне потребуется второй телефон. Итак, сейчас первое, что я делаю, проверяю, нет ли запущенных приложений, и выключаю телефон. Теперь я включаю телефон и нажимаю старт на секундомере. Посмотрим, сколько времени займет время включения. Яблочко загорелось, нажимаю старт на секундомере. Чтобы вы понимали, раньше iPhone 6s на iOS 13.3 включался за 21 секунду. Сколько времени уйдет на это сейчас? 17 секунд. Как бы ни было, телефон на iOS 13.3.1 включается значительно быстрее, нежели чем он это делал на iOS 13.3. Также Wi-Fi быстро подключается, все отлично, подключается к правильной сети, все хорошо. Ни одного запущенного приложения у нас нету. Кстати, посмотрите, когда я выключал телефон, заряд аккумулятора был где-то на уровне 50%. Сейчас я его перезагрузил, стало 72%. Работает как-то странно iPhone 6s. Делаем следующий тест, это скорость запуска набора приложений. Ни одного запущенного приложения у нас нету. Первое приложение, которое мы открываем, это приложение «Телефон». Запускаю приложение и нажимаю «Старт на секундомере». Поехали. Калькулятор. Настройки. ВКонтакте. Есть Инстаграм. Есть Ютуб. Ну давай, iPhone 6s, ты сможешь. Надеюсь, что в этот раз у него получится лучший результат, чем был на iOS 13.3. По крайней мере, по времени включения мы видим, что результат получился лучше. Первая игрушка запущена, пошла у нас вторая игрушка, 40 секунд на секундомере. Вторая игрушка запущена, третья игра пошла. Есть Angry Birds. Ну-ка, давай, ну же входи уже, сколько можно загружать игру? Ну давай ты, блин, как он долго все подгружает. Так, последняя игра PUBG.
1 минута и 20 секунд на секундомере уже пройдено. Ну уже iPhone 6s, ну сколько можно? Давай. 1 минута 40. Одна минута и 44 секунды. Вот такой показатель у нас получился на iPhone 6s под управлением iOS 13.3.1. Знаете, на iOS 13.3 показатель был 1 минута и 47 секунд. Я думаю, разница здесь вообще никакая. Так чисто какие-то заминочки вышли. 1 минута и 44 секунды, ну блин, iPhone 6s, он должен был сделать это значительно быстрее. Но результат получился вот такой. Идем дальше. Теперь я сбрасываю секундомер, и мы начинаем проверять тесты на производительность. Запускаю тест. Да, вот такая вот ситуация. AnTuTu на iPhone 6s при прохождении теста просто-напросто вообще вылетел. Как такое может быть? Что творит iOS 13.3.1 с iPhone 6s? Мне вообще непонятно. К тому же аккумулятор на телефоне просто-напросто уходит в пустоту. Как будто его вообще и не было. Проценты заряда аккумулятора исчезают каждую секунду. Что происходит с iPhone 6s на iOS 13.3.1? Если у кого-то из вас есть iPhone 6s, напишите мне, пожалуйста, как работает ваш телефон на этой операционной системе на iOS 13.3.1, либо же как он работал ранее на iOS 13.3. Вылетал ли у вас когда-нибудь тест AnTuTu? Это очень интересно, потому что вы сами видите, что происходит у меня. Все, что нам остается сейчас сделать, это дозарядить телефон до 100%, и после этого мы проведем полноценный тест аккумулятора специальным специфическим образом. Телефон я дозаряжаю, и будем тестировать аккумулятор. Итак, iPhone 6s дозаряжен до 100%, в этом вы можете убедиться, просто посмотрев на заряд аккумулятора. Как видите, действительно 100% заряда аккумулятора у нас имеется. Теперь давайте проверим, какая версия прошивки у меня установлена на данный момент, действительно ли это iOS 13.3.1. Ну, вы сами видите, iPhone 6s iOS 13.3.1. Также взглянем на параметры экрана, которые имеются на данный момент. Яркость на максимум, автоблокировка выключена, темная тема установлена. Посмотрим, что у меня включено в панели управления. Как видите, в этот раз мы используем сим-карту, у меня выключены сотовые данные, имеется только Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop. Авиарежим выключен. Также посмотрите, что у меня действительно используется мобильная связь и вставлена сим-карта. Хорошо, что мы делаем далее? Так как телефон заряжен, мы начинаем тестирование. В этот раз мы будем запускать видео на YouTube, 11-часовое, Full HD. Во время воспроизведения видео, конечно же, оно будет воспроизводиться полностью Full HD. Сейчас я поставил настройку на Full HD. Будем воспроизводить видео до того момента, пока телефон полностью не отключится. Можем начинать воспроизведение видео, только для начала мне, конечно же, необходимо отсоединить телефон от зарядного устройства. Как только начнется воспроизведение видео, отсоединяю телефон от зарядного устройства, ставлю его на вот специальную подставочку, и прямо сейчас мы вместе с вами будем наблюдать за тем, сколько времени потребуется на то, чтобы iPhone 6s окончательно выключился. Оставляю телефон на тестировании и будем ждать 1 часа. Когда на секундомере будет 1 час, посмотрим, сколько процентов заряда аккумулятора осталось после воспроизведения видео. Все это время видео будет воспроизводиться с загрузкой данных по Wi-Fi, с максимальной яркостью и вставленной сим-картой. Первый час тестирования iPhone 6s уже завершен. Проверяем заряд аккумулятора. Как мы видим, осталось 69%. Спустя 1 час тестирования по-прежнему яркость установлена на максимум, сим-карточка работает и Wi-Fi также включен.
И вот второй час также завершился. Мы видим, что на секундомере 2 часа тестирования, проверяем заряд аккумулятора. Как видим, осталось всего лишь 45% спустя 2 часа вот такого вот тестирования воспроизведения видео на YouTube по Wi-Fi с максимальной яркостью экрана. Яркость, как обычно, по-прежнему установлена на максимум. Очень быстро мы теряем заряд аккумулятора. Как вы видите, осталось всего лишь 45, уже 44%. На нашем секундомере 3 часа тестирования, и вот появилось уведомление о том, что аккумулятор разряжен до 10%. Закроем его. Как видите, 2 часа 59 минут и 30 секунд. Мы уже практически полностью 3 часа тестируем телефон. И действительно осталось 10% заряда аккумулятора. Сим-карта по-прежнему вставлена, Wi-Fi подключен и, конечно же, яркость установлена на максимум. Под конец, как вы видите, что-то iPhone 6s стал очень сильно барахлить. Как-то все подлагивает. Посмотрим-ка мы заряд аккумулятора. Очень все плохо. 1% заряда аккумулятора спустя 3 часа и, как мы видим на данный момент, 22 минуты. iPhone 6s очень сильно тормозит. Он выжимает из заряда аккумулятора последние соки, и я думаю, буквально с минуты на минуту он выключится. Все. iPhone 6s окончательно выключается. Продержался он 3 часа и 22 минуты. То, как ведет себя сейчас iPhone 6s на iOS 13.3.1, словами описать трудно. Это очень и очень плохая работа. Вы сами все видели. Производительность вроде норм, но не такая хорошая, как было раньше, по крайней мере на первый взгляд. Аккумулятор уходит за считанные секунды. Это вообще никуда не годится. Старенький, любимый многими iPhone 6s с каждым обновлением iOS работает все хуже и хуже. И iOS 13.3.1 этому очередное доказательство. Обновлять iPhone 6s на последнюю версию iOS, конкретно 13.3.1, я никому не советую. Работает он на ней действительно хуже, чем раньше. Какой телефон мне протестировать следующим по работе на iOS 13.3.1? Я могу сделать это практически на любом айфоне, они у меня есть все. Только дайте мне знать об этом в комментариях. Можете написать «Сделай тест такого-то айфона», я вас послушаю и сделаю для вас тест. Конечно же, можете скачать эти обои, если они вам понравились, в моем телеграм-канале. Ссылочка есть в описании и в первом закрепленном комментарии. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же да, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на дедушку. Увидимся в следующем тестировании айфонов. Всем пока, ребята!